а вообще какую-то там... Ну это ж покупная или он сам сделал? Не, это ему кто-то на заказ сделал, там парни. А, он сделал на заказ. Видишь, оно вот эти вот натягиваются, вот эти вот. Ну хорошо, я сейчас... Сейчас придет он. Заснимем. Сейчас придет он. Как это, что это? Ну, где бы это? Ну, все тут поставил. Матрас положил. Затвердение. Да, да, да. Вот это место, вот это место. Ух ты, ой. Да. Слушай, больновато. С непривычки. Да. Попробуй. Правая вот эта мышца. Вот угу, эта вот. Зажатая, да? Раскачивать надо делать. Сейчас увидишь. Тут видишь эти какие? Вот у меня же тоже дома есть, да? Ну, у тебя покруче. Маленький. Ну да, эти покруче. Это специально для этой штуки. А это что, куда оно? На руки. Угу, только на руки, да. Ну-ка, давай мне на руки. На. Улла донна, мама мия. Мама мия, не козыя. Цепляй деда за лямки. Давай. Давай. Давай, давай. А как надо... Дед, надо сюда дальше тебе лечь. Ну, сейчас. Ну, давай, давай. Еще немножко. Сейчас. Давай, давай, давай. Ну что? А вот это надо? Ну давай, давай, обе.
Да, подлезь, подлезь еще. Засовываю. Засовываю. Ногу уберу еще. И засовываю. Вторую, вон она. Вот и сидит, вот. Да, вот. Ее тоже. Давай, давай. Есть, теперь эту копыту. Видишь, ты куда должен подлазить? И вторую. Ну ты сначала ту одень. Ту одень. Да, давай. Нет. В другую сторону. Давай. В другую сторону. Как? Не крутится так, она? Надо переключить так, короче. Реверс переключить. А ну сейчас. А ну давай, поднимайся. Ага, вот и все. А ну реверс переключить так, давай. Не, она трудно крутится. Трудно крутится. О! Мне надо эти. А куда будет? Сейчас не надо ничего брать это. Руки выскакивают. Руки выскакивают, да? Плохо, да. Делаете вещи движения. А потом лучше складывать и все делать. Ты это, руками не держись. Или руки уходят все равно. Уходят, что-то мы не так тогда делали это. Ну. Надо же расслабиться. Ну да. Надо еще чуть выше. Чуть выше. Чуть выше, а то шею. Выше ее подняться. А, еще тебя сейчас? Да. А ты будешь держаться? Ну да не очень распинать. И Господи, не видно, что тут ребята. Шо? Оу. Отрыв! Есть отрыв! Хватит или еще? Нормально. Ну виси, расслабляйся. Голову опустил. Пошевелиться, потянуться можно. Голова ж тебе болит, на голову давит. А, все надо голову поправить. Отпускай эту голову. Или давление. Ну, я ж попробую приехать. Вот, наверное, наоборот лучше. А то оно... И башка болит, что? Прогиб. Боже, отдохни еще от этого длины. Нет, не башка болит, что? Я думал, что это не сильно.
Настя, будем где ворачиваться? Да нет. Для съемки, если Петрович, давай. Ну, перевернись. Что? Давай, для съемки. Давай. А тянуло, кстати, у меня живот и вот здесь грудные мышцы. Грудники, да? Да. Тут на раз 10 хотя бы. Лежи, 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 лежи. Нет, я тебя что-то перевернусь. Лежи, лежи, пока я дядя, давайте поражусь. Поражусь, давай, давай. О, а это что? О, расслабься, расслабься. Расслабься, напряжемся. Выше, 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 выше. Вот тогда, вот, вот. Налево уходит. Вдох и выдох. Полное расслабление. Как копчик тянем. Откуда протянулось? Че? Откуда протянулось? Да я откуда знаю. Блок какой-то снялся, я слышал. Ну я слышал просто. Вчера Лася высказывал. Вот, вот там есть. Вдох полный. И выдох. Все. Прошу. Запомни это состояние. Лучше? Конечно. Да. Есть? Что есть? Закрепляем. Есть? Что есть, не пойму. Мы закрепляем, то и ровное положение позвоночника. Есть? Ответь, есть. Тут я здесь, да, я думаю, давай есть, я скажу. Где дает? Давай есть. А где дает? Что будешь есть? Я где давит? Да ничего не давит. Ты же лишь давит. Потихоньку вставай. Так а растягивай. А и так будем, да? Ну, надо для съемки. А то цепляло у меня так, я перепутал. Ну, соскальзывает, да, да, не туда, не сюда. Попал профессионал. Не спеши, запуся.
То есть делают это в Петербурге. Кто-то купил волгодонский, попользовался и решил продать, да? А испытывают в Каменске. Да это уже давно все испытано. Древнерусский тренажер «Правило». В нем... А «Правило», а я говорю, дыма. Русские воины тренировались. Раздавали свои сверхспособности, сверхсилы. «Правило». «Правило», дыма. Так полегче будет учить. Ага, расслабь. Расслабляй голову. Да вот я сейчас голову так и расслаблю. Право по диагонали вот расслабляй крест-накрест. Тянется, да? Ну хорошо. Раскрываются мышцы, энергетические потоки. Восстанавливаются. Сейчас со временем еще оборудую, красивее сделаю. Заказал такие всякие шторы красивые. Где-то в шее зажим все так, я же слышал. Шея. Ослабляй свою шею. Отпускай зажим. Где зажим? Ну так я же хочу ее как-то расслабить, а не получается. Поэтому есть другой инструмент. Просто проверим, чтобы использовать. Отпускай. Как же осталось? Ну, меньше. Снял. Заснял. Опускай. Чего не болит еще? Ты баловаешь, ты не болела баловать, я с удовольствием не снял. Чего ж ты, чтобы даже в сосуды поломал? Да. Слышал? Нет, говорил. Да не, я сейчас знаю же. Давай попробуем, я тут сейчас человека расстреливаю. И вот классно полежать. Да, да, ну когда дискомфорт, голова, ты знаешь, она да, будет. Голова так одним майком вот там, выпусти, выпусти. Ничего себе. Ну вот расслаблен, классно. А да. Отпусти. Я тебе подскажу, это делает. Видишь? Полотен. Ну да, вот слышишь, слышишь. Видишь, нет. Да, да, да. А то прям боль была. Подкажешь. Я тебе подскажу, полотенцем это делают лучше полотенце. Полотенцем ты не чувствуешь. А? Полотенцем ты не чувствуешь. Нет, я веду, когда растягивают полотенце. Расслабься.
интересно, что ощущение. Это волшебная палочка. Знаешь, ощущение, правда, вот ты, Петрович, я даже не могу рассказать, что это такое. Электричество? Не пойму. Нет, ощущение, как тело совсем как-то по-другому воспринимается. Мышцы как-то где-то дергалось, а дергается в другом месте, вот где ты руку держишь, дергается. Да, ну сейчас вот нет. Хорошая, да. Надо приобрести, да? А что это такое? Волшебная палочка. Ой, блядь, как плечица, это то само, это то само. Я ж тебе говорю, я сначала думал, ты меня там дергаешь чем-то. Да какие-то мышцы, вот какие-то точки, ну да? Для пиздричества. Я себе свою щитовидку разработал, она мне расслабилась, прикинь. Ты такой прорабатывал щитовидку. А где ты так не взял? Под небесное. На ютубе. Блин, на вид. А ну с той стороны, чтобы кто-то на себя подевалось как-то. Я сначала думал, где рукой как-то делает. Ооо, что, видишь сам? Что с тобой, Данилович? Так само. Что с тобой? А я еще думал, как ты мне это делаешь? Что с тобой? Нормально. Так они, знаешь, и на спине мышцы расслабляются. Да. Вот то, что ты там на лопатке. Вот это да. Вот эта точка. Интересно. Коля, ответь. Давай. Какой ты делаешь, какой у нас зайчик? Алло. О, здравствуй, дорогой, здравствуй. Да мне сейчас, слушай, через секунду перезвонят, а то мне массаж делают. Ух ты! Сейчас, секунду. Ой, сейчас, секунду. Ой. Петрович, попробуй. Ощущения совсем другие. Сейчас помышься, пожалуйста, убери ее, да? Где это, блядь? Вот под той, где ты сейчас вот мне, где вот это, чуть вот где пальцем держишь. Да? Да, вот это. Своя палочка наша. Это же от шейтана смотри, вам не записывай. Кого? Это от шейтана смотри. Нечистую силу используй. Для чего? Ну, это другое, когда вот здесь на тебя механическое, а, массаж, и все. Это же электричество. Это же непонятно. Только тебе потом спать будет хотеться. Вот ты даже меньше дергается. Мне тут дергается. Хорош. Слушай, ну пара-то, ну влечет. Надавим на эту точку. Как это делается, интересно. Слышь, как плечо сразу. Я сначала не... Вот это, да? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!